Всем привет! Ну что, третья часть нашего миллиона и очередной конкурс пам-парам-парам-парам, о котором мы поговорим, как обычно, в конце. Сейчас я быстренько заберу плюшки. Так, собрать все. 6 раз даже паролем. Ничего себе. Вот такой вот рандом у нас сегодня в рулеточке. Ну что, побежали доставать третьи карты, которые отсюда хрен падают уже. Ну и фармить кулаки. Так, смотрим. Сундучок. И ни хрена. Так, нам надо будет до 850 тысяч доролить. Так. Сундуки неплохо начали падать. Опять 2 сундука, хрена себе. 5 сундуков за заход. По-моему, это наш новый результат. Так, осколки. Да, быстро место кончается. Сделали, блин, бы итемов 100, чтобы можно было хранить. Какая разница там? Это реально жесть, только жмакать надо. Пальцы устают тратить эти миллионы. Так, коробочка. Жесть просто. Но будет третья карта опять за 200к. Блин, сундуки неплохо падать начали. Возможно, не зря просто перелогинился. Так, окей, побежали дальше. Плохо, что акция только одни сутки. Сделали бы ее на постоянной основе. Думаю, многие были бы довольны. Надо какой-то ресурс, зашел там, подфармил быстренько, накопил самоцветы, опять подфармил, если не хватает срочно. И то я удивляюсь, как ее у нас... О, третья карта так рано, за 40к. Удивляюсь, как это ее у нас запустили повторно, так быстро, но порезали дроп в 2 раза. Да, третью карту мы как-то быстро словили. Давай, 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 давай. По 150 мы не будем этим заниматься. Так, окей. Все, переходим в нищеброды на 3 999 миллиона. Так, карта.
50к. Ну что, сможем мы тут еще за 150 еще одну карту достать? Плюшек уже хватит, думаю, нам до конца года. Можно будет хоть весь аккаунт перекачать с другими талантами. Думаю, этого хватит. Учитывая то, что есть руны, на каждого героя где-то 21к. На талантик надо. 10 талантов. 210к, в принципе. 40. Можно и рунами такими добить. Думаю, нам там выпадет. Надо будет потом посмотреть, посчитать, реально ли это будет сделать. Полностью всех перекачать. Хотя, в принципе, по 2 таланта сейчас уже, думаю, вряд ли. Надо будет намного больше. Сяду как-то ради интереса. Пересчитаю прокачку хотя бы свою. Сколько на это кулаков ушло. Не считая то, сколько мы уже слили. Так, 75 уже. Где третья карта? Интересно, сколько я щелчков сегодня сделаю. Так, забрать. Блин, сделали бы хотя бы сортировку внутри этого. Внутри ящика. Чтобы одинаковое стакалось. Было бы тоже неплохо. Даже очень хорошо было бы. Особенно в таких акциях. Так, ну сейчас посмотрим, сколько у меня там рупоров уже собралось. Интересно. Сейчас уже добьем до соточки. Сколько мы сможем кричать в общий чат? Так, есть. Три тысячи уже рупоров. Вот 3000 можете умножить по сколько они там, по 50 самых. По-моему, по 50. Так, где третья карта? Уже половину перероли этого части и так хорошо началось. Что, каждый 200к карта, что ли? Это реально жесть полная будет. Так.
Постараюсь этот видосик залить пораньше, до акции с Вольтом. Но об этом в конце. Так, ну давай, давай, давай. Ух, ничего себе. Мы побили рекорд сегодняшний. Две карты. За 120к где-то приблизительно. Так, немножко не туда зашел. Хо-хо-хоу, третья, блядь, ничего себе. Да это просто мега удача, походу. Ну давайте уже четвертую, что ли, чтобы уже полностью унизить два предыдущих раунда. Так. Пятьдесят восемь к осталось. 58. Перейти, нанять, нанять. Ну, 50к, дай. Дай еще четвертую карту. Я уже даже не смотрю на кулаки, сколько у нас там кулаков копится. Где-то в среднем по 50 тысяч за 200 косамов. Ну, 50 тысяч, а так получается за 200 косамов, если бы мы ролили, мы бы максимум что получили. Там 4к. Копейки вообще. Вот вам и разница. Плюс тут вы получаете карты героев, кучу плюшек, сундуки, всякую хрень. Так, окей. Thank you.
Так, что там у нас? 20к. Ну, даст или не даст? Ну-ка, рандомчик, давай. Ну ты чё? Вообще гниль дает. Ужас просто. Ужас. Как можно такое давать? Всего 500 кулаков. Пират. Пират-кастрат. Так. Новое название для акции. Так, отлично. 1500 кулачков. Отлично просто. Думаю, последних два заходика. Отлично, сундучок и отлично. Так, смотрим, что у нас получилось по призам. Войти. Так, 2300, ну, как видите, где-то по 40к таки идем, 150 тоже ровненько идем, камни 4300, фона дохренище. Тут где-то 280 мы уже нафармили. В прошлый раз, по-моему, было в два раза больше, если я ошибаюсь. Или там акция еще была, не помню точно. Так, руны мы еще достанем. Карточки 346, уже было 80. Тоже где-то 280 карточек достали. Так, дальше. Это копится пока. Ну, думаю, нам как раз места хватит. Уже 5 карт у нас есть. 94 сундука за 3 заходика. Неплохо. 88 сумочек. 2300 питомцем. 4000 таких сумочек. 6600 уже. Тоже где-то по 500 добавляется. Тут где-то тоже в среднем по 500 добавляется. Вот так вот. Что по кулаках? 543 тысячи. Все. Условия акции этой будут, вы имеете возможность выбрать там либо руны захотите, либо захотите какой-то пак с базара большой там с определенным героем, будем ждать. То есть это все в ваших руках, то есть вы скажете, что вы хотите, то есть третий вариант это будет большой пак с наградой, там либо вы руны какие-то захотите, будем ждать, либо там какой-то герой будет продаваться, там не знаю, у каждого свои заморочки, но в основном оттуда продают, либо осколка вам не хватает, либо героя какого-то собрать. То есть мы с этим уже определимся. Также у нас будет через день акция основная, там где вы сможете выиграть Вольта и Некроса. То есть они будут, ссылочка будет на акцию в описании. Поэтому чекайте и переходите, и тоже там отмечайтесь. Все, всем спасибо, лайки обязательно, условия неизменимы, лайк, подписка, репостик в группу и коммент, как с вами связаться. И будем дальше трешивать. Все, всем пока.